просьбе, отец. Пожалуйста. Умоляю вас. Пожалуйста, подарите мне. Умоляю вас. Я не умею! Пожалуйста! Не уходите! Уходите мимо сэр! Отче наш, Господь всемогущий, узри ту боль и страдания, которыми мы подвергаем себя! Счастье Всевышний! И освободи нас от этой ужасной ноши! Что это за безумие? Чума. Проходи! Чума? Она самая. Поразило все окрестные земли. И нет лекарства? Нет. И давно она свирепствует. 3 года и 1 сезон. Много умерло? Говорят, 3/4 населения. Я своими руками похоронил 2 детей и жену, родившую их. Разве вы об этом не слышали? Мы были в пути, только недавно вернулись. Держите. Мои лучшие кобылы. Спасибо. Оставь. Фелсон, идем. В чем дело? Они видели герб на моем мече. Говорил же, что лучше объехать. Вы двое! А ну стоять! Черт! Идите со мной. Не трогай его! Сними капюшон и маску. Арестовать этих дезертиров. Стойте. Дайте мне. Это ваш меч? Пошли со мной. Надеюсь, нас ведут на ужин. Что вам нужно от нас, святой отец? Скоро вы все узнаете. Etni condemnendum putis. Dom epicetorum nemisus seconostis. Imperativi estas crestis. Простите. Ваше Высокопреосвященство. В чем дело, Дебелезак? Вот меч этого рыцаря. Подойди поближе. Назови свое имя. Я Бэймон из Блайбрука. Бэймон. Да. И твой товарищ Фелсон. Ваши имена знакомы мне. Ваши победы давно стали легендами. Да. Я тоже болен. Чума уже повсюду. Это проклятие из преисподней. Его наслала темная ведьма. Темная ведьма? Я лично слышал ее признание. Ведьму нужно доставить в аббатство Северак. Там монахи владеют последней копией одной древней книги. Ритуалов, которые разрушат чары ведьмы. И исчезнет чума. А при чем здесь мы? Очень много умерших. Вы должны доставить ее.